Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер и Грибабас. Сейчас будет рубрика «Короткие вопросы, короткие ответы». К Грибабасу буду задавать вопросы, вот там вот вход в школу номер 6, где мы раньше учились, вот он там зелененький такой. Прогуливаемся, погода хорошая. Грибабас, да, сюда, ага, сейчас это... Какой-то вопрос у меня, подожди-ка, был только что вопрос, вылетел из головы. Ну ладно, вот у меня такой был вопрос. Ну как бы, может быть, такой, как бы, не знаю, типа непонятный. Ну вот, допустим, была бы у тебя возможность купить вертолет, самолет. Да, вертолет и самолет. Ты бы какую технику выбрал бы для... для передвижения, там, вертолет или самолет? Я понял тебя. Я бы лучше бы взял бы вертолет. Взял бы. Он как, штука маленькая. Ну вот, но он небольшие километры, но на нем можно пролететь. И пролететь можно хорошо на нем. Вот. Даже как это, когда подавали по телевизору, из Германии прибыл парень и сел на Красной площади на спортивном самолете. Ну, из Германии в Россию. Да, но не на вертолете же. Не, на самолете. Ну, а вот. А говоришь, я бы взял вертолет. Пример ставишь его, как будто он на вертолете. Нет, а я бы взял вертолет. Вот так, вот такая штука мне. Вот так я вот. Думаю об этом я вот. Понятно, понятно. А вот если бы ты, ну, дом свой, там, хозяйство, ты бы какую-нибудь скотину держал бы? Да. Но я бы держал. Вот, да, вот какую, да, скотину сейчас бы держал бы? Зайцев, овец. Ну не зайцев, кроликов, да? Кроликов. Овец, коз. Вот держал бы я. Вот козы мне тоже нравятся. У них молоко вкусное, и этот. Творог очень вкусный. И творог у них вкусный. То есть коз, овец и кроликов, и все, да? Да. И все. Точно все? Да, все. Ну, поросят, значит, ты бы не держал. Нет, да? Поросят не держал бы я. Так а ты ж сало любишь. Ну, люблю сало я. А почему не хочешь поросят держать? Ну, может, поросят даже. Может, поросят. Ну как, еще бы. Двух. Ну так, одну. Ну да, штук двух поросят взял бы, таких небольших. Вот я бы их выращивал, чтобы они были большие, вкусненькие такие. Выращивал бы я их. Вот так вот. Вкусненькие, да? Да. Что бы потом с них бы сделал, с поросяток? Сало бы. Сало, да? Да. Понятно, понятно. Да. Спасибо, Грибабас. Пожалуйста. Всем всего доброго, до свидания, удачи. До свидания.